Временная схема движения общественного транспорта начала работать на привокзальной площади в связи с реконструкцией территории. На данный момент изменилась схема высадки и посадки пассажиров. Остановочные павильоны временно перенесли на улицу Ворошилова рядом с домом номер 241. Чтобы жители могли разобраться, где теперь останавливается их автобус, в двух местах на площади оборудовали специальные информационные стенды. Один у афишной тумбы, второй на лестничном пролете моста через ЖД пути. Временная схема движения будет действовать до окончания строительных работ. О других изменениях жители могут узнать из информации на специальных стендах. В будущем по плану реконструкции на площади организуют круговое движение. На участке примыкания Советской к Ворошилово для удобства водителей будет расширена дорога. Там оборудуют новые парковочные карманы, пешеходный переход и светофор.